Губернатор Глеб Никитин принимает участие в расширенном заседании Президиума Госсовета по теме о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения. Заседание в Светлогорске Калининградской области проводит Владимир Путин. Как отмечает глава государства, главная задача – повысить качество медицинской помощи в регионах. За последние годы в этой сфере сделано немало, но много еще предстоит, особенно в первичном звене. Владимир Путин также отмечает, что важнейшим показателем позитивных перемен в нашем здравоохранении является устойчивый рост средней продолжительности жизни. Так, в 2014 году она составляла почти 71 год. Сейчас, по данным на август, 73,5. Это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения. Президент также подчеркивает, что сейчас многие граждане невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену. Субъектам страны поручено до 10 января разработать свои региональные программы по модернизации работы первичного звена, после чего до 1 июля их принять. На эти цели со следующего года на трехлетний период дополнительно предусмотрено 150 миллиардов рублей.